Всем привет. Парк Горького. Ледяные скульптуры. А вот там, вот здесь взяли глинтвейн, естественно, безалкогольный. И кусок американо, тоже безалкогольный. Первый раз пьем глинтвейн. Безалкогольный. Третий раз надо повторять, что он безалкогольный. Привел свою любимую, единственную из всех лучших, наилучших. Покататься на коньках. Громко сказано, покататься. Да, это будет громко сказано, покататься. А вот мы вчера гуляли, проводили разведку. Крымский мост, наш мост, да, Нашинский мост. С той стороны шли по Садовому кольцу. И вот тут посередине Москварьки фарватер, ну не фарватер, а там корабли же плавают эти. Редисон, не помню, как они называются. Ну такие вот шхуны, только побольше. И, ну, лед сейчас затянулся, а так прям льдины плавали. Прикольно. А парковка с главного входа. Мы сейчас время 10, начало 11-го. У нас сеанс на каток зеркальный павильон 1Б, если не ошибаюсь. Но это вот там. Сам каток стоит 550 рублей на воскресенье. Там сеансами с 10.40, ну плюс 2 часа. Также сеанс есть 10, 10.20, вот и 10.40. Есть и другие сеансы, но на вечерние там вообще билеты все раскуплены. И там главный вход парка Горького. И парковка свободно подъезжали. Мест где-то 150 свободных было. Подъехали, взяли талончик. Я в кошелек положил. Назад пойдем, посмотрим, сколько стоит. Итак, парковка... Ой, не парковка. Каток стоит 550. И плюс 300 аренда коньков. Это на человека. Всего за два билета отдали 1700. Ну, плюс еще парковка сколько-то будет стоить. Ну вот так. А еще клево. Вот покатаю на коньках. Я еще не надеваю. Ой, такие носки. Ну а тебе какая разница? Логично, кстати. Стала на коньки. Сама. Против света. Даже хожу. Она даже ходит. И даже не падает. И вот мы на льду. Я тоже херово пока. Привык уже к роликовым конькам. Каток зачетный, лед классный. Так я тебя обснимался уже. В павильоне классно. Ну там очень много лавочек, народу немного. Ну то есть много, но есть где присесть. Заходишь, сканируют билет, ну, дают его в прокате коньки, одеваешь, потом в камеру хранения относишь. И все. И вот ты на коньках. Все клево, все классно. Носочки дают одноразовые такие, ну, все здорово. И здесь вообще настроение. Мы же на позитиве. Катись по кругу. Вон он мой, Плющенко едет. Плющенко, давай. Тройной тулуп. Давай, двойной тулуп, тройной тулуп. Вот и покатались на коньках. Демон скорости показывает большой палец, что означает удовольствие. Каток, кстати, ну, большой. Там несколько дорожек, и прикольно покататься. Лед хороший, коньки хорошие, все здорово. Короче, еще на позитиве демон скорости. Хотелось бы, конечно, выходные, но там посмотрим. Хотелось бы следующие выходные, но там посмотрим. Ну все.